Отравились угарным газом. В результате маму с тремя детьми госпитализировали в ДРКБ. Инцидент произошел в доме по улице Комарова, Казани. Предварительная версия происшествия – помещение с газовой колонкой не проветривалось. Случай жителям Ульяновской области можно записывать в медицинские учебники. Во время операции на сердце стент по сосудам попал в мозг. Пациенту грозил инсульт. Решить проблему взялись казанские врачи РКБ. На первом этапе ралли-марафона «Дакар» камазовцы перехватили преимущество. Экипаж Эдуарда Николаева финишировал первым. Километровые пески не смогли помешать автомобилям завершить сложный участок дороги. Во втором этапе командам нужно преодолеть 342 километра пути.